Assalomu alaykum, Sport Society va uning YouTube'dagi kanali muxlislari. Dangal loyihasining navbatdagi soni. Bu safar mehmonimiz O'zbekiston U15 terma jamoasi bosh murabbiy va yaqin o'tmishdagi terma jamoa libosida harakat qilgan eng yaxshi futbolchilardan biri, ikki karra Osiyoda eng yaxshi deb tan olingan Server Jeparov. Алейкум ассалам. Здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте, спасибо. Бізді аудиториямызды аксерет қысымы өзбек забан болган үшін, мен сізге сауаларына өзбек тілді беремен. Білемен, сіз спрос сөздәшке қиналсыз, лекен мүкәммел түшінесіз мені сауаларымды. Аха, онда башладык. Сізді футболчы дәвірі сақыда гәп кетерген, ikkita нәрсе хайалымызға келеді. Бірінші нәвәтті, 8-ші рақам ва голдан кейін әмәлге ашырылған сальто. Шуны тарихын сөзді берейін башланышыға. Ну, давайте начнем с сальто. Сальто я научился тогда, когда уже начал ходить на гимнастику. То есть у меня папа был мастер спорта по гимнастике. И он меня в 5 лет отвел на гимнастику. Гимнастика располагалась около рядом с моим домом. Там была гимнастика и стадион рядом. То есть постоянно проходил через стадион, через гимнастику. Ну, и в 5 лет... Пять лет начал заниматься гимнастикой, там и научили меня делать сальто. То есть 4 года занимался гимнастикой до 9 лет, ну и потом уже как бы футбол стал преобладать в моей любви к этому виду спорта. То есть я всегда любил мяч и после этого начал как-то играть в футбол. Конечно, помимо этого еще ходил на музыкальную школу, потому что это было... мечта моей мамы, чтобы я играл на фортепиано. И поэтому был выбор, конечно, пройти или футбол, или гимнастика, или музыка. Ну, папа сказал, что два спорта совмещать будет очень тяжело, физические нагрузки очень большие будут, так что выбери какое-нибудь одно направление в спорте. Ну, я выбрал футбол. Поэтому, говоря по 8-му номеру, как-то раньше я играл и под 7-м номером, и под 10-м, в детстве много номеров было, но под 8-м в детстве никогда не играл. Как бы сказать так, он прицепился ко мне тогда, когда я уже стал играть более профессиональный футбол, это когда я перешел в Пахтакор, то есть был свободный номер, номер 8, и уже, то есть как бы под номером 8, ну, и удача пошла, и начал постоянно в основном составе играть. И как бы этот номер уже по жизни как бы остался. Как бы люблю этот номер, потому что он приносит удачу. Қызық бір факты. Сіз мені Мұзаға Қасимовтан кейін терме жамау сардарлығы бағычын тақтыз. Бірінші фұрсат өткенден соң бұ бағыч Абдул Ахмедовке өтті. Мене шу орадаге вакияны чунтыр бер аласмы, неме болан бағылық бұ? Ну, если вы вспомните, на тот момент, когда я не стал капитаном, тогда был главным тренером Бабаян Самвел Вячеславович. И я думаю, что это повлияло как-то, наши отношения повлияли тогда, когда я с Пахтакора перешел в Буняткор. Ну, это была такая, это долгая история. Лекин, бу тарихи бір қысмыны мен білемін. Кападзе икелейлі, Тимураке Кападзе білемін біргелікті еғінге баргенсілі. Ва Самвел акедан бейруқсат шартнама тугагани үшін Буняткор білемін шартнама имзолагансілі. Агар шу хақыда гап кетіп, адашпасам. Да, да, я думаю, опять же таки, это мои предположения, но я считаю, это опять предположения мои. После этого, когда уже Самвел Вячеславович стал главным тренером, и в это время, конечно, поменялся капитан. С чем это было связано, я думаю, нужно спросить. Это просто мои предположения, да, то, что я сейчас сказал. Но это нужно спросить, я думаю, у Самвела Вячеславовича. Но здесь для меня лично, как бы, да, было обидно, да, это как бы...
Это всегда обидно, но то есть во главу угла все равно я ставил национальную сборную, поэтому неважно, кто на поле капитан, у кого повязка. Самое главное, чтобы человек был в душе капитаном, чтобы он ментально был готов к капитанам, чтобы команда всегда шла за ним, чтобы свои лидерские качества проявлялись на поле. Неважно, есть ли капитанская повязка на левой руке или на правой кто-то одевает. Я считаю, что надо делать все, и в моем случае я делал так, что непосредственно должно приносить пользу национальной сборной, нашей стране, нашей команде. И как бы я приоритет это больше ставил, потому что я считаю себя, что я командный игрок. И как бы для меня не было это там сильно, сильно важно для меня. Mana siz Janubiy Koreya, Yaponiya, Saudiya Arabistoni singari Osiyo grantlari ichki birinchiliklarida ishtirok etdingiz, muvaffaqiyatli. Va ana o'sha paytda siz o'sha chempionatlar to'p surayotganingizda terma jamoamiz umuman o'zbek futbolida pasayish kuzatilayotgandek tuyulgan edi shaxsan menga. Nima deb o'ylaysiz, bu chempionatlar o'rtasida o'sha davrda qanchalik katta farq bor edi bizning chempionat bilan? Ну, смотрите, если говорить о прогрессе, он у нас всегда был. Но у нас он был не постоянно. То есть стабильности да, не было. То есть, если вы посмотрите, когда даже в моей карьере я играл за Пахтакор, тогда были у нас конкуренты Фергана и Насаф. То есть три команды. Когда я играл в Буньоткоре, был Пахтакор, Буньоткор. Ну и даже не могу назвать другие команды. Только две команды. Если мы говорим о прогрессе, тогда таких команд, как Пахтакор, как Буньоткор, должно становиться все больше и больше и больше с каждым годом. Тогда будет у нас сильный чемпионат, тогда будет интерес будет очень хороший. В те клубы, в которых я играл, это в Корее, в Саудовской Аравии и в Иране, в Корее там вообще, то есть чемпионат там, все команды сильные. То есть там уже поставлена работа системно, и там все команды сильные. Мы, когда я там играл, мне надо было готовиться к каждой игре. Потому что я не знал, команда на последнем месте, но у них есть все. У них тренировочный процесс, у них медицина, у них витаминизация, у них все как и у нас. Все как и у нас. Тренера легионеры, игроки легионеры, хорошего уровня легионеры. И поэтому нам тяжело, мы не знали, мы выиграем этот матч или нет. Нам предстоялось готовиться. Нам готовиться на 100%, даже на 120%. Да. То, что касается Саудовской Аравии, да, там чуть-чуть послабее команды. Там есть, то есть 7 команд, которые на очень хорошем уровне, а остальные 7 команд, тогда было 16 команд. Ну, остальные команды так себе тоже были. Ну, были игры такие проходные, можно было сказать. В Иране тоже 5 команд хорошие, остальные то есть, тоже на слабом уровне. То есть, если мы говорим о том, что был бы наш чемпионат намного лучше спустя, там, сейчас, да, 20 лет спустя, я думаю, если бы у нас бы за каждый год выходила какая-то новая команда, и то есть, была стабильность, тогда наш чемпионат будет прогрессировать. А так 2-3 года прогресс, а потом регресс, я думаю, никогда не будет сильного чемпионата. Буньоткор жамоа шарафини химоя қилиб юрган пайтларингизда Осиёнинг энг яхши футболчиси деб эътироф этилгансиз. Мана шу эътироф сизга фаолиятингизда қанчалик ёрдам берди ёки зарарингизга ишладими? Чунки сиздан жуда кўп нарса кутишни бошлашди. Это дало мне очень большую мотивацию. И это очень хорошо, что то есть, твою работу оценивают. Это, то есть, когда я просто играл, да, ну просто получал удовольствие от игры, я не задумывался, хочу я лучшим стать или какой-то приз там выиграть. Нет, у меня была задача каждую игру играть хорошо, забивать, и самое главное, чтобы моя команда побеждала. Но после того, как стал то есть лучшим игроком Азии, когда мне вручили кубок, после
Я пришел в гостиницу, и я встретился с тем человеком, который считал мои, то есть собирал оценки, считал, сколько я игр сыграл хорошо, получал ли я желтые карточки, сколько я минут сыграл, то есть полностью информацию он мне показал и сказал, что ты действительно достоин этой награды, потому что вот, вот здесь ты набрал большее количество очков, а твой предшественник набрал меньшее количество очков, и тогда и действительно я сказал, что да, действительно это не просто так я стал лучшим игроком, а действительно люди считают, люди знают, люди ценят, люди понимают футбол. Terma jamoamizni eng yaxshi davrlardan birida to'p surdingiz. Siz bilan birgalikda Timur Kapadze, Odil Ahmedov, Ignatiy Nesterov, Anzur Ismoilov yaxshi futbolchilar bilan bir jamoa sifatida harakat qilgan bo'lsak ham, lekin baribir jahon chempionatida yo'llanmasini qo'lga kirita olmadik. Bu nima bilan bog'liq deb o'ylaysiz? Va savolning ikkinchi qismi, bizda o'zi aslida jahon chempionatiga chiqish uchun imkoniyat bo'lganmi? Ну, если взять такую предысторию, да, если подводим к разговору чемпионата мира, была проведена огромная работа за 8 лет. Это Усманов Мирабрур Зуфарович, которого сейчас с нами нет, к сожалению. Вечная память ему. Человек, который действительно очень много дал узбекскому футболу. За 8 лет, то есть под руководством, под его чутким руководством, мы могли выйти два раза на чемпионат мира. Были шансы выйти на чемпионат мира с группового этапа. В истории, вот за мою историю, как я начал играть в сборную Узбекистана, такого не было. Мы всегда выходили с третьего места, иногда даже вообще не выходили. Я к чему хочу это сказать, что огромная работа должна проводиться постоянно. Постоянно на системном уровне. Это касается образования в футболе, образования детско-юношеского футбола. Постоянно должно под чутким вниманием быть. Академии, они должны работать, все академии, и они должны работать, то есть соответствовать уровню, да? Работать, так сказать, если по десятибалльной шкале брать, на 10, да, должны работать. То есть должна быть максимум. Должна быть система. То, что это просто показало, да, то, что человек, то есть старался поднять футбол, он делал максимум, да, и это дало какие-то плоды. Да, где-то нам не хватило немножко, где-то не хватило, где-то везения, но, как я говорю, да, немцы, они шли 10 лет к этому. 10 лет. Значит, где-то чуть-чуть, где-то было какое-то упущение, и надо какие-то делать анализ в первую очередь и исправлять слабые стороны, делать это сильнее. Не рубить все, то есть под корень. Так не должно быть, так никогда мы и не дойдем до чемпионата мира. Надо делать анализ, надо делать, убирать слабые стороны и делать их слабые стороны сильными сторонами. Тогда мы, я думаю, достигнем. Да, конечно, если вы говорите, что были, да, шансы выйти. Я помню, мы здесь играли с Южной Кореей и сыграли 0-0, а могли обыграть 1-0. Да? Ну, до этого, как мы летели в Корею, как мы летели там, до этого, как мы летели в Корею, или же как мы готовились к Корее, да, может быть, где-то какие-то нюансы упустили, где-то что-то, может быть, недоработали, не только на поле, может, вне поля что-то где-то упустили. Вот здесь нужно спрашивать, искать ответ на эти вопросы. А после этого матча, конечно, у меня было вообще желание просто закончить футбол, потому что это была огромная мечта, когда вас отделяет один шаг от чемпионата мира, и вся мечта моей жизни, да, то есть я работал, трудился только, чтобы попасть на чемпионат мира, да, добиваясь там каких-то результатов. Я хотел, чтобы поднять флаг на чемпионате мира и сказать, что я с Узбекистана, и гордиться этим. Но, к сожалению, это не получилось, и был у нас второй
второй этап, опять не опуская руки, да, было разочарование, но мы, я всегда говорю, значит, мы где-то сами виноваты, то есть я где-то сам виноват, да, и уже начал работать уже с другой, то есть с чистого листа, и второй шанс у нас тоже был. Но, к сожалению, опять чего-то не хватило. Я думаю, это опять нужно делать правильные выводы и идти дальше. Жизнь не кончается на этом. Надо всегда, всегда стремиться достигать высоких результатов. Немед болисиз, бизни футболимизда сонги пайтларда, шу мухим учрашуларда мағлубиятга учраш борган сар одатга айланыпты. Бизни футболчилар катта босимли ўйинларда асаблари дош бермаяпти. Бу нима билан боғлиқ? Бизни футболчилар нима учун ўйин пайтида масъулиятни ўзига олишдан қўрқа бошлади? Лично мое мнение, я думаю, в качестве подготовки на игру, если затрагивать все аспекты, да, я думаю, здесь один из очень важных аспектов – это психология. Над психологией надо тоже работать. То есть с детства уже нужно работать над психологией. Почему? Потому что это самая неотъемлемая часть в спорте. Что испытывает ребенок, что испытывает игрок, что испытывает тренер, как с этим бороться. Это все нужно знать и это все нужно внедрять. А по уровню подготовки, я думаю, если уверенность, допустим, я играл за рубежом, да, если мы берем мой опыт. Я играл за рубежом, и я уверен, потому что я играл чемпионат Корея, финальную часть, где одна игра решала все. И таких моментов у меня было, то есть 10. А есть ребята, которые играли в чемпионате Узбекистана, и они испытали это только 2 раза. И то, это кубок был у них, и там финал, я не знаю, если за первое, за второе место борются или нет в конце, когда решает все. Поэтому... Qachon terma jamoadagi faoliyatingizga nuqta qo'yishingiz kerakligini tushunib yetdingiz yoki bunga biror bir narsa sabab bo'ldimi? Ну, всегда хотел играть за сборную. Всегда, но бывают такие моменты, когда есть травмы или тренер, допустим, да, не видит, что я могу помочь национальной сборной. А я думаю, лет в 36 я уже осознал, что, конечно, тяжело уже играть. Почему? Потому что любой какой-то перелет – это очень опять тяжкое восстановление. Это, то есть, если когда были молодыми, перелетали, там, мы это не чувствовали, но с возрастом больше понимаешь, что организм, то есть, медленнее восстанавливается после этих перелетов и уже тяжелее играть на хорошем уровне. Ну вот. И уже понимаешь, что для страны это, конечно, уже, то есть, плохо. Ага. Не тяжело было все-таки завершить карьеру? Об футбольном идет речь. Угу. Давайте продолжать. Ну, футбольную карьеру, конечно, тяжело было. Я об этом очень много думал. И бывало иногда, что говоришь себе, нет, все, хватит, уже не можешь. Потом 10 дней побудешь дома, не тренируешься и говоришь, нет, я без этого не могу. Это очень тяжело. Тяжело, когда с 9 лет играешь только в футбол. И, то есть, протяжение пол своей жизни, да, и тяжело завершить. Ну, я считаю, что к этому все равно надо приходить. Это от этого никуда не денешься и принимать, как оно есть. Осиёни икки карра энг яхши футболчиси, Ўзбекистон чемпиони, хориждаги бир неча чемпионатларда юртимиз футболи шарафини муносиб ҳимоя қилган, терма жамоамизда ўша даврда энг кўп ўйин ўтказган Сервер Жапаров. Нима учун бундай оддий, камтарин бутсаларни мих килди, ҳатто баъзилар билмай ҳам қолди кетганингизда футболни. Бу нима билан боғлиқ? Ну, в тот момент я думал еще, конечно, может быть, я и начну играть.
Может быть, начну играть. Но потом уже, конечно, хотел это все сделать. И в планах было у меня и матч прощальный провести. Ну, потом, если вы знаете, ну, все это испытали, пандемия пришла, то есть и до сих пор она где-то продолжается. То есть у меня есть много друзей, которые играют в Корее, в Японии, там, и в Казахстане, в других европейских странах. Конечно, я хотел их всех собрать, но как бы вот эта пандемия помешала немножко. Конечно, в планах есть, я думаю, никогда не поздно сделать прощальный матч. Я надеюсь, как это все успокоится, я думаю, можно будет организовать. Кордик мене сиз билан оша бирге топ сурган Одил Ахмедов жуда чиройли хайрлашди футбол билан, оша чиройли тадбир, фаолият ҳақидаги чиройли китоб ва сонги сўз. Сиз ҳали сонги сўзини айтмагандек туйласиз шахсан менга. Сизда ҳам рейжаларингизда шунақанги пресс-конференция уюштириш парки китоб ёзиш бор драфта биографияс. Ну, я считаю так, что моя футбольная карьера еще не закончилась. Да, была карьера игрока, но сейчас у меня продолжается карьера как тренера. И я думаю, когда придет момент, тот момент, когда моя футбольная карьера уже все завершится, я думаю, чтобы можно было полностью мою жизнь и мои достижения полностью уже как бы одной книгой, если хватит, если одной всех книги, да, может быть, и два тома, и три тома, может быть, собрать в единое. Сервер Джепаров, Озин Узбекистан, футбол, тарихи, ингяхш футбол, сардан бардов саплин. Я думаю, пусть это оценят руководители, кто руководит футболом, болельщики оценят. То есть меня с детства так научили, что я не могу оценивать сам себя. Ну, конечно, да, завоевал какие-то медали, какие-то кубки. Это хорошо. И я горжусь, что я завоевал это, что я родом из Узбекистана и что я добился этого именно благодаря узбекской земле. Фаолиятингиз ни кузатган инсон сифатида айтишим мумкинки, сиз бироз Узбекистонда кўпроқ қолиб кетдингиз. Агар 21 ё 20 ёшингизда ҳам ҳеч йўқ Россия чемпионатига йўл олганингизда, балки ҳозир бизнинг олдимизда Бавария ёки Manchester United ёки Chelsea сингари жамоаларда топ сурган футболчи ўтирган бўлиши мумкин эди. Баъзи бироз кечроқ тарк этдингиз Ўзбекистонни. Нима деб ўйлайсиз, агар вақтлироқ легионерга айланганингизда фаолиятингиз бошқача бўлган бўлармиди карьерангиз? Ну, конечно, хотелось. Я всегда об этом мечтал, поиграть в Европе. Но, к сожалению, у нас, может, к счастью, может, к сожалению, я, конечно, не жалуюсь, но я считаю, карьера нормально у меня прошла. Но да, в Азии, но не в Европе. Но были моменты, когда, да, были, то есть, конкретные предложения. Это мы ездили в Айнтрахт Франкфурт, то есть на две недели, на просмотр, можем так сказать, да. Потому что, вы знаете, да, Германия и Узбекистан, две разные, ну, уровнем совсем разные. Ну, поехали, нас посмотрели, то есть и сказали, что мы хотим, то есть приобрести именно меня, подписать двухгодичный контракт, сделать трансфер. Но в то время я был, то есть у меня был контракт с Пахтакором. И то есть мою судьбу решали руководители клуба. Тогда был руководителем Самвел Вячеславович Бабаян, был, по-моему, тогда президентом клуба или вице-президентом, ну я уже не помню. Ну это не важно. Да, это уже не важно. Ну то есть они сказали, что давай, это еще не первое твое предложение, давай подождем. То есть как бы оставили меня здесь. И тем более у команды были задачи. То есть это выиграть кубок Узбекистана, чемпионат Узбекистана. Вот. После этого
Через год у меня было предложение от Рубина. Сам Курбан Бекевич приезжал сюда и хотел, чтобы я поиграл у него в команде под руководством его. Тогда был Рубин. Курбан Бердиев, это был тактик мурабилер, да? Да, который сейчас работает в Кайрате, Алматинском. Вот. И тогда опять-таки трансфер сорвался, сказали, да, сказали, еще ждем предложения и все в этом роде. Потом, конечно, было и «Динамо» Москва, опять успеешь, опять это. И в оконцовке меня отправили в «Амкар» на месяц на сборы. В Турции мы тогда были с моим другом Тимуром, его тоже тогда отправили, тогда, потому что у нас контракт уже заканчивался. То есть уже кончился, можно так сказать, уже все, у нас контракт закончился. Ну, как бы благодарность Пахтакору за то, что столько лет нас поднимали, то есть мы все равно получали зарплату, мы как бы все равно была одна семья, и уважение мы, проявляя уважение, мы, конечно, хотели, чтобы, то есть как бы нас то есть отправили с хорошими намерениями. Ну, съездили туда, там тоже трансфер сорвался, к сожалению. Ну и потом уже перешел в Буниоткор. Футболчили фаолиятингизни якунлаганингиздан сон, көп ўтмай мураббийликни бошладингиз. Ва бунга асосий сабаб нима? Туртки мураббийлик фаолиятини бошлашингиз. Чунки кўряпмиз, ҳамма футболни якунлаган футболчилар ҳам мураббий бўлмаяпти ҳозир. Ну, в первую очередь, я люблю футбол. И на протяжении стольких лет я считаю, что я должен остаться в футболе. Я прочитал много книг, да, про тренеров, как они становились тренерами, с чего начинали. И очень биография одного тренера мне очень понравилась. И я сказал, я тоже могу стать тренером. Не знаю, я стану хорошим тренером или нет, но все принципы, тренерские задатки, я считаю, что у меня есть. И просто это нужно усовершенствовать и развиваться, и тогда уже можно стать, можно. Никто не говорит, что нельзя стать хорошим тренером. Можно стать хорошим тренером, но для этого нужно очень много, хорошо, сильно трудиться, работать, постоянно совершенствоваться. И все возможно. Так же, как и игроком, можно стать тоже хорошим тренером. U14 va U16 yoshdagi bolalar o'rtasidagi O'zbekiston chempionatlarini translyatsiya qilish vaqtida bir narsaga e'tibor qaratdim. Ikkita musobaqada ham ikkita, uchta uzog'i to'rttagina jamoa o'z o'yin uslubiga egaligi ko'rinadi-da. O'yin uslubiga ega va o'sha uslub atrofida harakatlanadi va jamoa bir tizimda futbol o'ynaydi. Maydonda futbolchilar nima qilayotganini biladi. Qolgan jamoalarni barchasi to'pni tepib yubor orqasidan yugurib ketadi-da. Bu bolalar futbolidagi vaziyat. Siz nima deb o'ylaysiz? Bizda hozir bolalar futbolini yaxshi tushunadigan va uni to'liq rivojlantira oladigan mutaxassislar yetarlimi? Я вам скажу, что недостаточно. Недостаточно тренеров в детском футболе, недостаточно. И я со многими разговаривал, да, я прежде чем набрать себе тренерский штаб, я очень много игр посмотрел, я наблюдал за нашими тренерами, которые работают с возрастом 2006 годом, и я скажу, что недостаточно у нас хороших тренеров, недостаточно, и я подобрал себе только лучших тренеров. Почему это так? Я думаю, я знаю на этот вопрос-ответ, но я думаю, как-нибудь в другой передаче, в другом интервью я об этом скажу. Білеміз, сіз енді осы өзбек футболдың ең ауырлы зонада қызмет қылыпсыз, қазір осы жастар жамасыды. Сізге еш телефон қылып, сервер, мені жиенім бар еді, ойнасын, яки менің қошным баласы бар, жүді иқтидарлы баласы ойнасын. Deb telefon qilish yoki kimdir orqali gap ettirish orqali terma jamoaga o'sha yoshlar jamoasiga o'z
Keling sodda qilaytiraman. O'zbek yoshlar futbolida, bolalar futbolidagi tanish bilishlik haqida ham so'zlab bering. Ну были, конечно, были звонки, были просьбы. Просьбы, да. Посмотри, там, может быть, как-нибудь его на один сбор надо пригласить и все в этом роде. Я сразу говорю таким людям, я говорю, в сборную всем дорога открыта, но открыта лучшим, лучшим. Если они действительно соответствуют требованиям сборной, то есть моим требованиям как главного тренера, они будут привлекаться в сборную. Если вы знаете, я сам селекцию провел, сам ездил, сам смотрел, привлекал селекционеров, да, то есть и мы потом не так на словах, что этот хороший, нет. Я сделал так, что на листке бумаги они отмечали и писали его критерии. Потом мы просматривали видео, почему я этого игрока должен стать, каким критериям он обладает, чтобы он должен стать. То есть там были критерии, по которым производился отбор. То есть и я это делал не один. Самое главное, это я делал не один, потому что много мнений, и оно должно со всеми совпадаться. Да? То есть есть команда, которая отвечает за селекцию. И она должна быть у тренера, который хочет работать и создавать конкурентоспособную коллектив, конкурентоспособную команду и коллектив. То есть те ребята, которые по звонку, да, Таниш Белиш, это должны понимать. Я всегда говорю, вы понимаете, что это честь страны. Да, вы можете их в частный клуб отдать, заплатить и отдать, но сборная, да, это превыше всего. В сборной должны играть лучшие, в сборной это представляют нашу страну. На телевидении, на международном, на международной арене они представляют нашу страну. И здесь то есть, ну, нельзя этого допускать. Это нужно искоренять. Искоренять, и я сразу дал всем понять, и своим помощникам дал понять, если как вы даже намек дадите на то, что это там, по критериям, да, по звонку, который пришел, будет сборная, я говорю, тогда нам не стоит вообще работать. Тогда или вы не работаете, то есть у нас есть принципы, или мы работаем честно, и справедливо, или мы вообще лучше не работаем. Такого не должно быть. То есть это не приветствуется. Был один момент, когда я собрал сборную, и действительно этот мальчик, он, да, я его отобрал, потому что он хороший игрок. Я не буду говорить, с какого города, но я скажу, что с региона, не с Ташкента. И на тренировке мы, когда закончили тренировку, то есть приехал его папа, и несет что-то в руке. Я говорю, и еще через все поле несет. Я говорю помощнику, что он несет, я говорю. Там. Он говорит, я не знаю. Я говорю, кто это вообще? И, то есть, ребята уже ушли, а мы вдвоем стоим и обсуждаем. И он несет, я говорю, вы кто? Он говорит, я папа вот этого мальчика. Я говорю, а что это? Что он мне дает? Я говорю, а что там? Он говорит, это, говорит, там, ну, я не знаю, там, что было, в общем, какое-то блюдо было, я не знаю, блюдо вот с которой, с какого-то он региона. Я говорю, это что такое? Он говорит, ну, это вот, чтобы вы хорошо смотрели за ним. Я говорю, подождите, говорю. Мы, говорю, так будем хорошо за ним смотреть, потому что этот игрок сборной, он приезжает к нам, мы обязаны как тренер, я обязан за ним хорошо смотреть, я обязан ему помочь. Если у него какие-то проблемы есть, я обязан ему помочь, я должен его вывести на более высокий уровень, это моя обязанность. Я главный тренер сборной, я обязан это делать. А то, что вы мне приносите, я буду с ним лучше смотреть, я говорю, если вы принесете или не принесете, я все равно буду за ним хорошо. Поэтому я говорю, вы это заберите, я говорю. Если вы хотите, говорю, чтобы нормально смотрели и относились нормально, я говорю, лучше вы это, говорю, отнесите, вот там есть у нас, хотите, ребятам отдайте. Хотите, если это не запрещает нашему питанию.
Потому что насчет питания я тоже всем говорю, вы не должны есть ни жирное, ни всякие вот эти фастфуды и все остальное. Я говорю, если это соответствует питанию нашему, вы можете отнести ребятам, пусть они покушают. Или вы можете оставить вон там охранникам, кто у нас там, повара, уборщики есть, уборщицы, уборщики есть, я говорю, дежурный, лучше им оставьте, пусть они покушают. Но нам, говорю, такого не нужно. После этого я, то есть, ребят собрал и сказал, ребят, если вы хотите играть в сборной достойно, вот эти все звонки, вот эти все подарки, пожалуйста, оставьте у себя родителям, скажите, что здесь у нас правила такие. У нас, то есть, наши как бы требования и правила у нас такие. После этого ни одного звонка, ни одного подарка. Futbol muxlislari orasida shunaqa fikr ancha avj olgan. Bizni juda ko'p iqtidorli futbolchilarimiz viloyatlarda qolib ketyapti, qishloqlarda, chekka-chekka joylarda futbolni faqat imkoniyati borlargina o'ynayapti deb. Bu borada fikringiz qanaqa? Hozirgi O'zbekiston U15 jamoasi O'zbekiston Respublikasining barcha joyida iqtidorli futbolchilarni ko'rishga ulguryaptimi? Murabbiy sifatida. Каждому какому-то то есть обвинению должен быть какой-то факт. Если этот факт есть, то пусть они предоставят этот факт. Uh-huh. Если его нету, то не надо просто так в воздух говорить. Это во-первых. Потом, если тренер, то есть берет игрока, значит, у него есть, то есть соответствующая лицензия, да? Значит, он, наверное, лучше разбирается. Есть ли у него техника или нет у него техники. Может быть и хороший игрок, но у него папа богатый. Такой тоже может быть. Может быть и плохой игрок, и у него папа бедный. И папа говорит, то есть голословно, да, мой сын самый лучший. Каждый родитель будет защищать своего ребенка. Защищать своего ребенка. Для каждого родителя он будет лучше. Поэтому есть тренера, которые должны оценивать. Оценивать, как оценивать? Вот я опять вернусь, да, то, что я говорил, как я отбирал. То есть селекционеры, которые действительно имеют навык отбирать игроков. То есть и я то же самое, да. Я могу сказать, этот игрок через 2-3 года станет хорошим игроком. То есть у него есть техника, у него есть обводка, у него есть... Физика? Ну, физика в этом возрасте еще под вопросом, потому что физику можно, то есть... Потом накачать. 17 лет, когда 18 лет исполнится, это можно накачать. Но а умственное развитие ему 18 лет не дашь, потому что умный ребенок, он уже в 15, видно, да, его, что он умный, креативный, с хорошей техникой, то есть мы уже видим его сейчас, да. И потом есть какой-то... Допустим, отбор, да? То есть мы же все любим футбол. То есть есть игра, можно прийти всем родителям на поле и сказать, пожалуйста, пусть он играет, пусть он покажет, на что он способен. То есть это сколько он жонглирует, как он пинает мяч, как он обводит игрока, да? И в конце пусть играет. И это будет видно, да? Сейчас очень много технологий, да? Это видео, пожалуйста. Материал должен быть. Сколько делает он, как он обращается с мячом, как он играет на игре. Это все можно отслеживать. Поэтому это просто так говорят все. Говорят, что вот так вот все оттуда берут, отсюда берут. Но никто не предоставляет конкретные факты. Я люблю работать с фактами. O'zbek futbolida avvallari yoshlar terma jamoamiz, o'smirlar terma jamoamiz juda yaxshi ishtirok etardi musobaqalarda, jahon chempionatlarida doimiy ishtirok etishardi, hatto chorak finalga ham borishardi. Lekin keyinroq bilsak, baribir bizning futbolimizda yoshi o'qlangan futbolchilarni bu jamoalarga ta'siri katta bo'lgan ekan. Bugungi kunda o'zbek futbolida mana shu yoshi o'qlanish borasidagi muammolar saqlanib qolganmi yoki ancha bu narsani yengib o'ta oldikmi?
К сожалению, то, что так делают, это неправильно. Я это не поддерживаю. Я вам объясню, почему. Потому что мы сами себя обманываем. Сами себя обманываем. Те люди, которые думают, что он делает для своего ребенка, то есть правильно, он ошибается. Потом они думают только о себе. Давайте подумаем о тех детях, которые действительно одаренные, и те дети, которые ставят больше свой возраст, они тормозят вот это развитие. Да? Куда этот мальчик пойдет? Никуда. Никуда. То есть этот мальчик, который действительно одаренный для своего возраста, и мы его не видим, потому что, да, мы видим, этот сильнее него же, но мы не видим его. Айсберг, то есть есть айсберг, внизу мы не видим айсберг, а нам нужно видеть их. Поэтому, а это очень тяжело увидеть, потому что очень много детей, и тяжело увидеть. Они почему не играют? А нам нужно же, чтобы он играл. И получается, это происходит самообман, да? Кого-то мы не замечаем, а кто-то... Заметно. А кто-то высокий, да? Нас год старше, но он не работает на максимально. Потому что он играет с малым возрастом. То есть он уже в полсилы работает. А когда уже он в полсилы работает в детстве, значит, он, когда вырастает, он и в полсилы работает уже там. И дальше пошло. То есть, если он здесь привыкает работать в полсилы, значит, он думает, что жизнь это... Жить можно в полсилы. И в полсилы он так и продолжает работать. А там уже начинается сложнее. То есть, мы, получается, мы сами себя обманываем. Да, мы где-то делаем лучше для своих детей, но в оконцовке-то мы приходим к одному и тому же, да? Нету результата от этого. В моей сборной я сразу, то есть, сказал, что и руководство меня поддержало, что мы, то есть, то, что сейчас доводы я говорю, то есть, нужно начинать поднимать тех детей, которые действительно остаются там, которые должны работать со своим возрастом. И у меня руководство поддержало, и благодаря нашему президенту Федерации Абдусаламу Абдумавляновичу, кто приходит ко мне в сборную, все проверяются. Все проверяются, те, кто выявляется, их отсеивают, я уже не беру в сборную. И, то есть, они должны играть за свой возраст. Это будет правильно. Это будет правильно по отношению к футболу, к честности футбола, потому что мы не должны обманывать футбол. Футбол – это такая вещь, которая завтра или поздно она, то есть, накажет. Поэтому честность и справедливость, я думаю, это залог, должно быть залогом нашего, то есть во главу угла должны ставить мы развитие нашего футбола. Северяка, спасибо за все, за внимание. Спасибо. Ага. Напоследок желаний, кое-какие, что хотели сказать. Вот. Пожалуйста. Это на концовку. Да, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. В Новом году хочу пожелать всем здоровья, счастья, чтобы те неисполненные желания, которые у вас не исполнились в этом году, чтобы исполнились в новом году. Ну и любите футбол, будьте честны с футболом, болейте за футбол, приходите на стадионы, потому что стадион, когда вы приходите на стадион, наши болельщики, это дает мотивацию нашим игрокам, и это украшает футбол. Спасибо. Еще раз спасибо большое вам.